Всем привет, с вами Хупа, и сегодня мы будем играть в парк юрского периода. Только зашел, а меня тут уже Климент, по-моему, или как его там зовут, встречает сразу с контрактом на 150 косарей. Но денег у нас и так много, но лишним не будет. Так, по заданиям... А, все, уже 2000. Ух ты, продолжайте в том же духе. Да я вообще сам охренел. Так, нам надо получить 60% генома нового. Отдел развлечений на Исла Муэрта процветает благодаря вам. Так что вы заслужили свою награду. Спасибо. Потом нам надо 20 лямов, чтобы стоил наш парк. Магазин игрушек. Шопинг 2, веселье 3. Можно, в принципе, где-нибудь поставить. А где? Давайте вот тут, думаю. Почему бы и нет? Говорю, почему бы и нет? Ты что, блядь, издеваешься? Хорошо, давай тут. Вот, вот, вот. Все поставили. Здесь как раз подстанция у нас стоит. Так, что у нас по динозаврам? Один вот этот хрен. Инкубационный цех. Что у нас есть по динозаврам? А то я уже ничего не помню. Дракорекс, цератозавр, трицератопс. Давайте чункингозавра выведем. Ну и мы его сейчас, конечно, еще модифицируем чуть-чуть. Я думаю, он стайный. Так что поставим сразу трех на инкубацию. И модифицируем сейчас чуть-чуть. Бля, живучесть у него плохая, так что может не вырасти один. А что тут? 38, 38. Продолжительность жизни. Вот это давайте поставим. Все равно он не с какими-то там этими, по типу цератозавров и так далее. Не с такими же он живет. Так что давайте мы не будем трогать, просто рейтинг поднимем и все. И давайте таких вот, ну, выпустим 3 штучки. Лям. 1 лям 50 тысяч потратим. А, диплодок же у нас еще приехал в тот раз. Вот он. Здоровки. Так. Чё нам дальше тут делать-то? Чё не устраивает? Так, мало веселья, мало шопинга, транспорта нету. Туалетов мало. По динозаврам чё? Чё мне нравится две звезды? Хуели что ли? Серьёзное количество уникальных видов. Серьёзное значение рейтинга динозавров. Блять, надо динозавров много. Хорошо. А, у нас там еще мериакантозавр приехал, точно. Вот, его тоже помню. Давайте ему поставим. А. Ну-ка. Вот давайте вот здесь еще поставим, чтобы уголочек типа было видно. Это, кстати, моя гостиница, которую я построил вчера. Так, давайте, короче, проведем отсюда дорожку. Как ее провести тут, блядь, чтобы не мешало. Хуёво. Что поделать? Сейчас он будет убежище открывать. Ты вот, блядь, шутишь, что ли? Хорошо, давай так сделаем. Мне не трудно. Давайте, пиздуйте там. В это? В убежище. Все убежище. Туалеты давайте им построим, а то там было сказано, что им малый. Куда поставить? Давайте сюда поставим. Так. О, наши джипчики, кстати. 174, магазин подарок. Нормулен так. За 39. Доход 2900. За 39? За 39, да. 171, 140. Это мы чуть-чуть там подбавили сотрудников. Туалет я тоже подбавил. Это магазин подарок второй, у нас все плохо. Сооружение, говорю, какое? Какое? Туалет? А, у меня же тут еще есть. Точно. Здесь еще. Ну, более-менее. 65 из 240. Так, пусть едут чинить. Здесь что, 50, здесь 49. Ну, пойдет, пойдет. Я думаю, нам надо в какое-нибудь исследование вложиться. А точнее, я думаю, в монорельс. Он, я думаю, нам нужен сейчас. Потому что раз у нас рейтинг транспорта говно, значит, мы сделаем монорельс. 2 ляма, бля, пиздец. О, достигли эти зрелости. Давайте посмотрим, как он... Ой, здоровый, походу. А где он здоровый? Ему бы и это одной хватило. Ну, хотя нет, не хватило бы.
Хитрить, он опасный, здоровый такой. Одиночество, да, я же говорил, он стайный. Называется Чункингозавр. Я и без тебя знаю, друг. И не говорите, что у ученых нет чувства юмора. Я так не говорил. Малая электростанция испытывает временные перебои. А что, опять что ли выключилось? А, ну да. 38 заряда, короче, она вырабатывает. А в этой 76. Ну ладно, сейчас ее починят и снова. Что у нас не работает? Оса, туалет и смотровая галерея. Так, ладно, ничего страшного, хрен с ним. Сейчас все починит. Что тебе? Ага, все понял, что ей надо. Вон туда вот под станцию надо. Электроэнергия, подстанция. Думаю, тут закусочную можно какую-нибудь поставить. Гости. Фастфуд можно поставить. Я думаю, почему бы типа и нет. Как-нибудь так вот прям вплотную. Можно, нет? Спасибо. Так, первое есть. Потом, я думаю, туалет поставим. Еще один. Вот сюда. И можно поставить что-то, что поднимает веселье. Где больше у нас веселья? Гостиницы нет. Так, магазин подарков 2. Магазин игрушек 3. А магазин одежды вообще один. Но зато шопинг хороший. Но тогда строим магазин игрушек. И построим его... Вот тут где-нибудь. Вот, построили. Почти что. А как там наш метриакантозавр? А ему немного места? Ну, так, хорошо ему тут. Мне кажется, можно даже... Появилась новая возможность. Ой, нет, сражается, это мы не сможем. Давайте какой-нибудь другой контракт возьмем. Так, о, риск саботажа низкий. Риск саботажа... А, это понял, это у заданий самих. Это что? Результативность раскопок, опасный портфель задания. А это что? Скорость раскопок. В принципе, все хорошее. А, здесь скорость исследования. Здесь результативность раскопок. Мне кажется, лучше результативность раскопок будет. Давайте тогда сейчас возьмем у этих вот. Как ее? Короче, наука, вот. Контракты, запросить контракты. Наука. А что за... Мотивируйте дракорекс с показателем высокой тени. Блять, ну вот, спасибо. Я там его таким не сделаю. Так, что там наши... Динозаврики. Блять, какая осата. А чё не чинит-то? Где еще поломано? Подстанция? Нормуль. Все убежище открыто. А, извините, пожалуйста. Сейчас все откроем. Все, все, не ссать. Открыл я. Так. Ты куда пошел? Просто бродит, окей. Так, этим что, не одиноко? Все, не одиноко. Он у нас почему-то в панике. Все у нас в панике почему-то. Почему? Почему мы будем... Что произошло опять, блядь? А почему столько этого вырубилось-то? Что, блядь, издеваешься? Хорошо, давайте я сам буду чинить. Раз мои-то не могут, нихера. Сами. Давай. А, там что-то отключилось. Сейчас. Поехали тогда я починю. А вот эти там дочинят. Ну, вот куда я их отправил. Такс. Оп. Бля, бедная подвеска. Все, включайте. Блять, это штормовая станция. Все, перезагрузили. Все, дальше они сами.
Перезагрузили, перезагрузили. Опять что-то не хватает электроэнергии. Кому? Гостинице? Что там произошло-то, блядь? Хорошо, давайте еще построим электростанции. Раз этого мало. Мы на рельс. Сейчас будем строить. Где-нибудь вот тут давайте поставим. Я думаю, чё бы нет. Вот, вот тут только может. А ну-ка. А поближе нельзя нигде? Вот тут, не знаю, где-нибудь вот. Две тысячи. Да. Ага, мешает. Ну, значит, сюда ставим. Все поставили. Теперь ставим вот ей дорогу. И давайте монорельс, думаю, делать. Так. Станция монорельса. Откуда будем начинать? Ну, блядь. А где мы тут остановки ставить будем? Вот здесь? Здесь можно, в принципе. В принципе, кстати. Ну-ка, давайте-ка начнем. Вот отсюда. Так. Ага, ноль. Ага, ноль, конечно. Так, едем вот сюда. Думаю, вот так давайте. А тут можно как-нибудь проехать будет? Можно, кстати. Я знаю, что мы сейчас сделаем. Там же говорилось, что можно динозавриков показывать вот таким образом. Ну, пусть тогда смотрит на моих динозавриков. Так, вот здесь надо где-нибудь остановку сделать. А где? Вот тут, если вот где-нибудь. Ну-ка, давайте поставим сначала остановку. Так, она тут не влазит. О, Исатаканья. Какой-то новый остров. Что у нас? Особенность острова. Убыточное предприятие, знаменитые достопримечательности и гиросферы. Пусть гости подберут сплотную динозавров при помощи новых аттракционов вроде гиросферы. Прикольно. Ну, давайте я поставлю, в конце концов, монорельс. Точнее, удалюсь. Что такое опять? Путь не завершен. Сейчас завершим. Я думаю, вот это вот можно удалить чуть-чуть. Потом обратно в гости. Монорельс. И как-нибудь вот сюда вот прям вот проехать. Вот так вот, оп. Ну, типа остановку сделать. И вот так вот поедем. Дальше вот так, оп. В обратку будем ездить. Одного-то поезда нам не хватит, я думаю. Как тут удобно прям вообще, блядь. Ага. Так, вот нам бы вот тут вот еще одну остановку сделать вообще для этой. Типа вот как... Ну-ка. Сносись нахер. Так, давайте сначала еще вот здесь вот поставим. Сколько она стоит? 190 тысяч, ёб твою мать. Ладно. Ничего страшного. Так, давайте прямую вот эту построим. Вот так вот, типа, по прямой. Ну-ка, а теперь давайте. Можно где-нибудь поставлю? Че, шутишь, что ли? Во-во-во-во-во-во-во. Все.
А вот это вот как выпутываться. Придется носить магазин игрушек, получается. Или что? Или типа вот так вот. Блять. Ну-ка, сейчас прям вот миллиметраж сделаем. Да ну естественно. Что шутишь, что ли? Во. А, ну вот, давайте тут пройдем. Построить убежище, чтобы хорошо построим. Наука как раз. Так, вот сюда вот можно? В смысле, а чё, как это мешает тут? Ладно, блядь. Теперь вот так. Вот отсюда вот, оп, вот так. Сейчас нахимичим тут, короче. Как-нибудь выпутаемся отсюда. Так, вот сюда вот нам. Ну и вот сюда. А эту подсоединяем к этой дороге. Вот и готовы уже целые две станции. А вот здесь надо завершить и ее тоже провести к дороге бы. Так, как нам тут сделать? Аккуратненько так. Во, ну-ка. Во! Так, теперь давайте завершать. Гости. Станция монорельса. Не станцию, а монорельсы путь мне надо. Ну и поехали. Давайте вот так вот как-нибудь. А Саша вот так вот, типа, завернуть? Нет? Что, слишком крутой сгиб. Хорошо, давай. Вот так вот. Оп, оп. Ну что я сделал? Ага, сделал, блядь, конечно. Сейчас все будет, сейчас, блядь, мы тут такой транспорт построим. Во. Все, я думаю, дальше вот здесь вот надо достроить остановки. Я думаю, обойдемся тут одной остановкой, потому что вторая, ну, просто-напросто не поместится. Ну? Что, блядь? Издеваешься? Вот только что было. Хорошо, давай вот в эту сторону. Надо вот этому зоопарк его сделать поменьше чуть-чуть. Он где, надеюсь, тут? Ага, вон он, все, видим его. Да, блядь, цепись. Вот прям в тюдильку надо. Вот так вот. Потому что под станцию нам не хватает местечка. Во-во-во-во-во, где? Где был-то? Вот где тут? Не? Хорошо, можешь вот тут можно, не? Ой, блядь, ёбаная станция. Вот, где было? Вот, 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 вот. Ну и где? Вот. Ну-ка, давайте спамить тогда, раз я не... Где был-то? Вот. Давайте хорошо. Хорошо. Лучше, блядь, атаку сделать, чем мозги ебать. А как так? В принципе, можно он...
Здесь тоже слишком крутой, блядь, изгиб. Гостиница вот прям плохо построена у меня. Либо я знаю, как сейчас сделаем. Удаляем вот этот путь. Станция монорельса. Блять. Вот прям. Вот можешь вот так построиться. Ты что, шутишь, что ли? Какой крутой? Гостиница, сука, вот ты мешаешь здесь. Хорошо, я уберу ее. Хорошо. 565 тысяч, хорошо, уберу, похуй. Давайте ее поставим тогда куда-нибудь прям вот в уголок сюда. А куда можно? Что такое? А где у меня гостиница тогда ставить? Хорошо, давайте я его тут поставлю где-нибудь. Все, перестраиваем тогда гостиницу. Раз у нас такая ситуация. Ну а что вот поделать? Здесь, конечно, некрасиво будет дорогу оставлять. Можно типа вот так сделать. Здесь можно вот такой вот еще проход сделать, я думаю. Ну. И сейчас и мешать мне, наверное, не будет. Да? Ну-ка, давай проверим. А зачем я удалил? Вот зачем я его удалил? Вот не дай бог. Вот что ж такое, я постоянно нажимаю на escape, чтобы заново все это оставить. Присутствуют помехи. Какие? Деревья? Сейчас уберем. Увеличить доход от заведений для гостей парка, по крайней мере, до 20 тысяч. Давай. Блять, наука. Мне нужна наука. И новый геном. Давайте новый геном получим. Отправим на экспедиции наших палеонтологов. Ой, анозавр. Вот это вот мы, по-моему, вчера прокачивали. Окаменелость у нас. Нет? Даже и пытаться не стану. О, 4,5... Ой, 3,5 звезды. С вами неплохо тогда. Вы видите и упустите в лаборатории велоцираптор, дилофозавр, анкилозавр. У меня таких динозавров нет. Ладно, я возьму это задание, но у меня нет такого. У меня нет таких динозавров. Это выражение можно по-всякому понять, особенно здесь, на островах. Но я имею в виду именно живых людей. Как еще их можно назвать? Хорошо. Я поставлю так. В общем, число посетителей. Возьметесь? Шикарно. Ну, начнем сначала. Новые динозавры. Вывести, вырастить, выпустить. Все? Вы знаете, что делать. Эй, народ, мы устраиваем шоу. Самое грандиозное зрелище за последние сотни миллионов лет. Но не факт, что вы выживете. Куда тут подсоединить-то можно теперь? Все застроено нахер. Все, зацените, у нас теперь, короче, есть транспорт. А где?
Поезда мои где? Дорога. А, сейчас сделаем. Все, у меня все присоединено. Где мои поезда? О, вот стоит. Дай посмотрю на тебя. Вот он. Че, он так стоять будет? Езжай давай. На станции же он вроде никто не стоит, не видно никого. О, поехал. Я не люблю долгие прогулки. Гостям не нравится проделать слишком долгий путь от пункта прибытия до смотровых сооружений. Хорошо. Скоро ноги отвалятся. Я уже построил ваш монорельс. Во, вот так вот это выглядит от лица машиниста. Ну или пилота, называйте, короче, как хотите. А динозавриков видно. Прикольно, прикольно. Все, думаю, можно идти на следующий остров. Короче, уйду на паузу. Сейчас вот, ну, ухожу, короче, на паузу. Там пока грузить будет. Сейчас еще вот подожду 40 секунд, чтобы время не тратить. Так что ухожу на паузу. Знаете, был еще один остров, где на останках заброшенного парка развлечений был построен новый. Не жалея средств, как сказал бы Хэм. Природный заповедник. Возможно, вы слышали об этом. По крайней мере, незасекреченная часть истории. Так, ну, вот такой вот у нас остров. Отвечал за этот остров и закончил. Нет денег. Все не очень хорошо. Если парк окажется на грани банкротства, вам придется выручать средства с помощью доступных активов, продавать ненужные здания, каменелости и динозавров. Деньги можно также получить за контракты и фотографии, которые делают рейнджеры с помощью своих камер. Чтобы начать заново, выберите перезагрузку у меня... Ёб твою мать, 957 тысяч минус. А что мне, вот этот весь парк продавать или что? Что продавать? Сколько ты что стоишь? А, лям. Ну, тогда вопросов больше нет. Вопросы аннулированы. Давайте сразу поставим динозавриков, чтобы хоть какой-то доход был. И вырастим. Требуется электроэнергия. А что, нету? Почему нету? Этот я вообще не знаю нахрен тут стоит. Подстанции не хватает электроэнергии. Путь не завершен, а он активирован? Деактивировать. Так, ну-ка, выработку энергии мне подбавь. Пока что будем вот так вот все делать. Сейчас продадим, мне кажется, монорельс нахер. Так, подстанцию ставим. 20 тысяч. Почти на все деньги. Опоры лэп вот сюда сейчас пойдет. Вот сюда вот раз. Дорого? Хера вы, блядь. Так, окей, 150 тысяч. Вот эта дорога зачем сюда ведет? Давайте спасаться от банкротства. Удалять всякое ненужное. Сколько вот это будет стоить? Плюс-минус там около 15 тысяч. Все, бабки вроде появляются потихонечку. Так. А что такое-то? Почему нет электричества? Все же нормуль. Ну-ка, опора, Лео, вот ты не присоединена. А, все, понял. Сейчас присоединим. Все, есть электроэнергия? Нет электроэнергии. А что такое? Что такое-то? А-а-а. Понял. Вот это давайте тоже удалим. Оно денег нам принесет. Не лишних. И вот это, я думаю, тоже можно удалить. Потом. Электроэнергия. Опора лэп. Давайте как-нибудь вот здесь вот по краешку проведем, потому что у нас здесь эти будут стоять. Галереи смотровые. По 6 тысяч у нас стоит это все. И вот так вот. Все, теперь у нас есть электричество. Давайте выведем каких-нибудь динозавриков. Анкилозавр 210 тысяч стоит. А Дракорекс 193. А Сультиамим 58. Ну, сколько у нас доход? Доход минус 15 тысяч.
Давайте рискнем и поставим Дракорекса. Какой тут самый рейтинг у нас, кроме Трицератопса? Самый крутой это Дракор... А, Чункинга, ну он не хватает нам. Дракорекса давайте ставить на производство. А, если что, вот эту дорогу продадим, она как раз подойдет. Бар, ресторан, зал игровых автоматов, магазин подарков, одежды, игрушек. О, зона окаменелости какая-то. Что тут есть? Понял. Нормуль. Конечно, зря так далеко ее поставили, но... Я не буду ее убирать. Потому что мне денег меньше дастся. Ну, вот за нее, если я ее еще продам. Так, ну чё ж, все в минусе мы. Галерея одна у нас есть. Я надеюсь, мы сейчас выпутаемся как-нибудь. Пока что минус 15 тысяч. Но сейчас он прекратит в это вот. И все. Все будет нормально. Давай быстрее, пожалуйста, дружок. У меня уже минус 6 тысяч. Давай, еще 5%. Так, выпускаем. Ну, прям мне так нравится, как он выглядит. Он прям такой прикольненький. Такой малюсенький-малюсенький, прикольненький. Даже меньше струтя мимо. О, 10 тысяч уже. Нормально, блядь. За пару секунд 6... Ой, 4 тысячи еще накапало. Ну, и где мой доход? 13 тысяч. В смысле? А магазин... О. Так, давайте не за 6 продавать, а вот по сотке, чтобы доход был в минуту. О, зал игровых автоматов хорошо берет людей. Давайте за 80 поставим, я думаю. Можно еще больше? Нет, нельзя. Так, ставим 8... Ой. Ставим 80. Здесь ресторан. Гиганту стейк. Нихера себе. Ну-ка. Вот, 211. Сколько уже? О, все, мы, походу, в минус не выходим. В плюс теперь идем. Так, ну здесь нет никого, это плохо. Бар. Ой, в баре-то сколько людей. Че, тут алкаши, что ли, такие? Извините. Неправильно сказал. Они че, обиделись? Они меня слышат? Или че? Зона окаменелости, 51 человек. Давайте вот по 200, по 316 всего. Давайте так оставим. У нас уже 17 тысяч. Сколько у нас в минуту? 20 тысяч. Отлично. Используя камеру команды Рейнджер, чтобы сделать тип поведения бежит. Давай, и я еще какой-нибудь у тебя контракт возьму. Большая подстанция, стоимость исследования и точность АСАН 2.0. Я бы, если честно, взял вот... Ламберта задание какое-нибудь. Так что давайте у Ламберта брать, запросить контракты. Увеличьте прибыль за день для котепарка по мере, по крайней мере, до 1500 долларов в минуту. 150 тысяч дадут, давай. 892 доллара у нас сейчас доход. Магазин одежды я делал. Дина шляпа. Магазин игрушек. Дина наклейки. Давайте радиозавра поставим. О, 264. Дина шляпа, давайте Дина комбинезон продавать. Все, 214 оставляем. Магазин подарков, ланчбокс, ставим очки ночного видения. И сразу вон сколько людей пришло, ни хрена себе. 225, пойдет. Ой, блин, 5 долларов не хватает. 5 долларов, блядь, 5. Отлично. А, ну вот, сейчас фастфуд поставим, чтобы побольше бабок приносил. 611, нихера себе. И все, мы выполнили, считайте. Что такое, чё вы орёте? Что орёте-то? Вы куда побежали?
Я знал, что вы справитесь с контрактом. Что происходит? Кто-то выбрался у меня или что? Спасибо, что оправдали мое доверие. Чё орёт-то? Больничный? Ёб твою мать, ты как вылез-то? Блядь, тут... Вот и что вот делать мне теперь? У меня денег нет. А у меня денег нет, чтобы это все строить. Ну сейчас мы ему сделаем, конечно, денежку. Ой, себе. Построим осу. И за этого его в клеточку обратно. Как он вылез-то, господи. Ну и где тут можно поставить-то? Пипец, блядь. Ходит, гуляет. А вы не ссыте, он добренький. Он не плотоядный. Он у меня растениями питается. Можете с рук покормить, а там заплатите. А где он? Чё они не орут теперь? Где он есть? Он где-то отсюда. А, вот он. Зачем ты сюда пришел, а? Ему не хватает еды, он хочет есть. У него маленькая популяция и общительность. А, то есть ему не менее одного надо. Прекрасно. Ну что, спать лег? А что несут тогда? Он спать лег. Вот что можно продать такое, что вот. Что самое? Ресторан, зал игровых автоматов, магазин подарков, одежды и так далее. Так, магазин игрушек, зона окаменелостей. Да. А что можно вырубить такое? Что, либо вот продадим, сколько вот стоить будет? 127 тысяч, давай. Нам просто надо срочно центр ОСА построить. Где он есть? Сколько он стоит? 400 тысяч, скорее всего, да? Центр ОСА, да, 400 тысяч. А через сколько у нас придет прибыль? Минус сколько? 23. Ну, еще так ждать нам. Где он? До сих пор спит? Нет, уже проснулся, гуляет. Такие хитрые вообще взяли мне тут это. Проход закрыли. Ой, еще и дождь пошел, у него сейчас комфорт упадет. А что будет, если у него комфорт упадет? Он, наверное, здание мне ломать будет? Если в тот раз мы вот... Не помню, какую же серию, первую, либо второй. Эдмонтозавр у нас клетку выламывал. У него плохая популяция, и ему не с кем общаться. Типа, ему надо больше. Давай, 370 тысяч. Почему так мало людей у меня в магазинах? Сколько вот доход сейчас? 22. Давай, вот чуть-чуть. Где мой динозавр? У него сейчас комфорт уже упадет. Это плохо. А мне бы это побыстрее все сделать. Давайте, бог с ним, удалим магазин подарков. Он все равно, ну, такой, не дешевый. Но денег нам даст, и мы побыстрее все это сделаем, а то я не знаю просто, что будет, если у нас у динозавра будет плохой комфорт, а если он еще и в город выбежал. Какая дорогая дорога, что, сдурел? Обычную дорогу. Давай быстрее строимся, у меня динозавр там гуляет. Где он есть? Где он? Че, он ушел что ли от меня? Откуда вот бегут люди? Где орут? Вот отсюда откуда-то бегут. Вон, бегут двое в белом. Откуда-то отсюда бежали. Где он есть? А, вот он гуляет. Он, в принципе, никому не мешает, но мне мешает. Все, комфорта нет у него больше. Он сейчас умрет от еды.
А, нет, еще умирает от голода уже. Все там. Быстренько давайте его перевезем. 15 тысяч стоит перевозка. Сколько в минут доход? 19 тысяч. В принципе, не на особо сильно упало, на 3 тысячи всего лишь. Так, я предлагаю пока что лабораторию ХМД выключить. Она нам не нужна. Нам, наверное, все равно с этого денег больше капать будет. Если электричество вырубил. Что? Меньше? Почему меньше? А если врублю? Динозавры не могут существовать в неподходящей среде. Да сейчас все будет, мать. А почему у меня прибыль упала? Что такое? Вы его там гасанули, нет? Все, молодцы. Перевозите его вот сюда. И надо ему еды сделать. Да. Отправьте команду экспедиционного центра и добудьте аккумуляторы. Я не могу сейчас отправлять на экспедицию. У меня нету экспедиционного центра. Давайте запросим контракт. Как его там запросить-то? А, вот так вот. Потом вот так запросить контракт и запросить Ламберт. Чё ты мне дашь? Буду кратко. Есть новое задание. Ознакомьтесь. Трицератопсов двух продать. Но, во-первых, у меня таких нету. А во-вторых, зачем мне в минус уходить? Задание закинет меня в минус. И можно мне денежку побыстрее? Я что, в минус, что ли, капаю? 7 тысяч минус. А с какого хрена? Что происходит? Почему в минус? Почему вы не идете в магазин мой? Давайте цену им поменьше поставим, я не знаю. Что происходит? А, ёпта, я понял, что происходит, потому что динозаврик у меня нету. Давай, пожалуйста, быстрее. А, у меня деньги капают каждый раз. Два, три, четыре, пять, шесть с половиной секунд. Давай, ну. Мне еще еду ему надо сделать. Так, теперь сколько доход? 15 тысяч. Шутишь, что ли? Блять, он у меня умирает. Это плохо. Сейчас сделаем ему комфорт. Сейчас все будет нормуль. Сейчас все будет. Вы в бары начнете ходить, там, в зону окаменелости, я не знаю, вон, в рестораны, залы всякие, не? Не пойдете? А, ну, вот, потихонечку начинают ходить. Но все равно прибыль, блядь, минус 12 тысяч. Начните ходить, алло. Ретро давай поставим. Пусть вот так будет. Сколько? $167 в минуту. Давайте ресторан. Не гиганта стейк. Не гиганта стейк, а закуска. Что-то там, короче. А здесь давайте не зуб, а аммониты, короче. Не, ну-ка, а если зуб? Быть побольше прибыль? Да. 221. Ну-ка, сколько у меня доход? Блядь, он мне ограждение ломает. Да? Или мне послышалось? Да, он ломает, скотина. Я не думаю, что он сломает. Он маленький слишком, чтобы сломать. Ломает же вон все-таки. Он сейчас сломает. Что мне делать? Нахер мне вот туда дорога нужна. Давайте уберем ее. Все, убрали. Так, этого, пожалуйста, мне обратно. Зафигарьте, пожалуйста. Заверните его. Где он есть? Обезвредить. Где он? А. Добавляю в список. Добавляй. Вот это мы убираем.
Потому что у нас рейнджера нету. Сейчас будем забор чинить. Сколько там стоит еда? 150 тысяч? Вот у меня 133. Мне чуть-чуть не хватает. 17 тысяч надо. Блять, магазин одежды. Вот шутишь, что ли? Хорошо, давай так вот. Закуска завар, блять. Бар, Дина коктейль, Дина пойло. Теперь сколько? Теперь 6 тысяч минуту. Хорошо, давайте возвращать все. $5, блядь. Да. Все у нас ужасно. А почему у меня 5000 снялось, когда у меня прибыль в минуту нормальная? Привезите мне моего дракона, не? Собираюсь забрать актив. А, ну поэтому у меня и прибыль такая ужасная, потому что дракон не на своем месте. Надо ему, короче, сейчас построить еще раз заграждение. А когда мы опять увидим, что он начнет ломать, мы ему просто вот так вот застроим его. Ну, типа вот так, только в другую сторону. И все. Пусть перевозит пока. Бабки просто надо. 3000 в минуту минус. Нет ничего больше, чтобы продать такое. Вот это что такое ненужное. 15 тысяч. Все? Ну да. Идет транспортировка актива. Давай быстрее, пожалуйста, а? У меня 82 тысячи уже. И 12 тысяч в минуту прибыль. Минус. Так, ладно, короче. Уйду на паузу. Хотя бы вот пока... До тех пор, пока его не доставят. А то на одну и ту же картинку смотреть. А точнее, лучше давайте заканчивать будем. Я только что посмотрел, 47 минут записываю уже. Тогда... Сейчас буду вторую серию подряд записывать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И каждый день будем играть наш мир парк юрского периода. Так что все. Каждый день видео. Приходите, тоже смотрите. Всем пока.